И всем привет! В понедельник приобрел себе карту видеозахвата. Думал, что это все, что нужно для счастья. Но, к сожалению, ошибался. Дело в том, что консоль NVIDIA Shield подвержена тем проблемам, что и была PlayStation 3. Если вы подключаете ее по HDMI, то, к сожалению, вы не сможете записать сигнал, так как он защищен. Так же, как и было с PlayStation 3. Обзор карты видеозахвата будет в воскресенье. А пока я продолжаю собирать части головоломки, которые мне будут необходимы для записи всего, чего я только хочу. Защита нам поможет бороться вот такое вот устройство. Устройство у нас носит название Orient HSP0102L. Есть точно такой же, но дороже, на 1300 рублей. Если этот я брал за 1500, то тот стоит 2800. А разница у них только в металлическом корпусе у последнего. Здесь пластиковый корпус. И тем, что адаптер входит в комплект. Здесь же мы получаем питание по USB. Собственно, упаковка нетривиальная. Кабель USB. Микро-USB. И вот такая вот сама коробочка с двумя выходами HDMI и вход под HDMI. Как говорят, он как раз и помогает бороться с защитой на PlayStation 4, PlayStation 3. А теперь надеюсь, что он поможет побороть защиту NVIDIA Shield. Давайте же подключим его. Сзади у нас бумажка. Спецификации, никаких гарантийных талонов, все это в прошлом. Версия HDMI 1.4a, разрешение Full HD до 60 Гц. В принципе, стандартные характеристики. Итак, я подключил устройство, USB штекер HDMI от консоли NVIDIA Shield к источник видеозаписи. Давайте же нажмем на этот исторический момент. Вот у нас пошла запись. Мы выполнили этот исторический момент и обошли защиту по HDMI с помощью маленькой коробочки. Соответственно, это видео я вставлю в обзор, чтобы вы убедились. Запись идет. Так что, если вы попытаетесь подключить NVIDIA Shield просто напрямую, то у вас, соответственно, из этого ничего не выйдет. Давайте остановим запись. Выйдем. Вот у нас, собственно, наш экран. То есть, если изображение меняется, карта видеозахвата сама его режет и разделяет. Но об этом позже. I just came here for some pussy. Get out of my face, dipstick. Don't make me kill you. Ну что ж, вместо заключения хочу раз еще сказать, что называется HDMI Splinter, компания Orient, модель HSP0102 с пометкой L, то бишь означает это Light
отлично справляется. Также можно подключить сюда блок питания на 350 мАч. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк и всем пока!